Генерального комиссара Московской области, что весной будет переходный период. Граждане, призванные весной, будут служить 1,5 года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже 2 года, уйдут на эту службу. Это, я считаю, вполне логично. Решение такое в связи с тем, что наши северные соседи вступают в НАТО, и, соответственно, необходимо будет формировать новые соединения, воинские части, комплектовать им их не только военнослужащим по контракту, но и военнослужащим по призыву.